Хотел бы обсудить с вами ряд вопросов принципиального характера. Прежде всего, с учетом проведенных интеграционных мероприятий на уровне правительств республик постсоветского пространства, к вам ситуация вообще под этим углом, если посмотреть в отношениях с Российской Федерацией. Ну, конечно же, имея тот комплекс вопросов и проблем, которые остались, пусть даже их немного, но остались после нашей встречи в Санкт-Петербурге с Владимиром Владимировичем. Какова сейчас ситуация, обстановка, доработаны ли те вопросы, которые оставались, и на чем сейчас спотыкаемся, если можно так сказать. В общем, вот этот комплекс белорусско-российских отношений. Это главный вопрос. Что касается других вопросов, у нас и вроде бы с Украиной неплохие сейчас отношения. Мы разговаривали с президентом, они просили какой-то поддержки, как мы оказываем, не оказываем. Ну и вот с премьером Грузии встречались, вы тоже будете встречаться с ним, наверное, он вам об этом скажет. У нас что-то там с логистикой через Украину, поставка наших товаров в Закавказье и так далее, не очень ладится, пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки, потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле, потому что им же тоже выгодно, это же транзитная страна для нас в этом отношении.